вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Кто это к нам пришел? Педагог. Так, подождите, а вы это, в какой предварительный приходили, в какой салон? Там учитель. Да, сейчас я скажу. Можно? Так, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вам хочу представить итальянского гостя, который приехал к нам на Новый год. Прям Челентано. Прошу вас. Бодерне. Бодерне, бодерне, бодерне. Морозы ненавистно, зима-то страшновато. Здравствуйте, я очень вам рад. Я люблю вашу зиму. Бухала, наглотала, мера не знато, халявно тута. Я смотрю, вы уже вовсю справляете Новый год. Вот, я рад к вам присоединиться. Благодарита, халтурита, работяго. Я вижу, вы все рабочие люди. Закона нету тут у вас, тюремно сажито. Я сам такой же рабочий, как и вы. Дорого-то асфальтомо, трапенза. Долбани-то асфальта. Дороги-то иное. Яма-кочка, яма-кочку. Я спокойно и хорошо добрался к вам по вашим хорошим дорогам. Документы, мать твою, проверялки на моногома. Меня даже сопровождали вежливые сотрудники полиции. Итальяно-полицаи, вежливито, тепловато и спокиното. Да, ваша полиция отличается от итальянской вежливостью, теплотой и спокойствием. Морозы стоято, потомито, мать твою, у меня-то не стоято. Тут сложно перевести. Он делится своими проблемами. Давайте просто поаплодируем ему. Солбаньета полицаи, вы психиатр. Да, у него еще проблемы и с психикой. Почему-то петухана вручата. Петухана. Почему-то мне-то визита. Он привез вам петуха всего 2017 года. Заберите петухана без палантина. Он дарит вам символ Нового года. Вообще-то курица, не петух. Цыпленок. Россияна, ты курина. Поздравляю вас с Нового года. Мама мия. Он счастлив. Он приедет этот Новый год в России. С Новым годом. Нет, он петух. Просто не угребешь, чтобы он петушиный кому-то.